зрителям, подписчикам, доброе утро. Сегодня будем строить теплицу. Легенда 2,5×4 под стекло. Такого черного цвета. Пока приехали, разложились, приступаем к монту. Теплицу мы поставили, закрепили его к основанию с помощью анкеров. Установили отлив. Покрыли стены стеклом. Сейчас будем готовить крышу к покрытию. В крыше будет один форточный блок. Сейчас как раз вырезается стекло под него. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу 2,5×4 легенда под стекло. Идем смотреть. Алюминиевая дверь с одной стороны, форточка торцевая с другой. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет 90-05, глубокий черный. Выглядит классно, конечно, но вот всякие пылинки на нем видно. И имеется у нас форточный блок на термоприводах и система подвязки по две нитки на каждую сторону. Вот. Стекло 4 мм крепится с помощью профиля системы база крышка. По низу пущен декоративный фигурный уголок. Теплица очень светлая. Прозрачная, скажем так. Снег на ней не лежит. Смотрится супер, конечно. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.